Всем привет, меня зовут Эдуард Нафигов, я автор фильма «Лепнина». Данный короткометражный фильм входит в ту трилогию, о которой я говорил ранее и которую я анонсировал ранее. Но, сами понимаете, всю трилогию в мае выложить не получится, поскольку из-за карантина съемки все остановились. Но короткометражный фильм «Лепнина» на тот момент был уже готов, поэтому 22 мая в 20:00 будет опубликован короткометражный фильм «Лепнина». Хочу сразу предупредить, что это артхаус, так что данный фильм подойдет не всем зрителям. После просмотра вы сможете задать любые ваши вопросы в группе ВКонтакте Icecap Cinema в обсуждении Q&A с автором фильма «Лепнина». Ссылку на данное обсуждение я оставлю в описании под видео. Всем приятного просмотра!